Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Предлагаю вместе полистать брошюрки Avon и также третий каталог, и все, что к нему предлагается, скидочки и так далее. Обсудим самые вкусные акции, предложения. Давайте начинать. Outlet третий. Девчонки, я давно смотрю на вот эту палетку для хайлайтеров для лица, но 319 рублей, для нее не самая низкая цена, поэтому брать не буду. Я видела ее за 200 с чем-то по распродаже. Так, жидкая подводка для глаз. Интересная, кстати, с точечкой. Наверное, будет толсто рисовать, да? Одежда. Я вот эту кофточку, мне девочки многие рекомендовали, сказали, что она очень хорошо смотрится. Попробую заказать, если будет она опять на складе, потому что я всегда не успеваю, хотя делаю заказы в первые дни каталога. Бюджетная цена. Девчонки мне писали, что она очень достойно смотрится. В принципе, на любой фигуре. Больше с этих страниц меня ничего не заинтересовало. И в конце у нас здесь опять двухцветные, только уже тени для век, да? В прошлом каталоге у нас были четырехцветные. В этом двух. Полотенчики, расческа. Вот они, четырехцветный взрыв цвета. Ну, как-то я такими тенями же, девчонки, давно не пользуюсь. Либо это должна быть большая палетка, где выбор. Потому что возьмешь такую, и мне здесь вот, ну, цвета, по крайней мере, которые предложены, мне нравятся вообще. Зеленый, белый, серый. Я такими не пользуюсь. Вот и весь аутлет, девчонки. Брошюрка «Встречая весну» красиво. Здесь мы делаем заказы по третьему каталогу. Выбираем и заказываем призы в четвертом. С заказом от 1000 рублей. Количество призов зависит от суммы заказов в компании 3. То есть даже если вы сделаете несколько заказов, они суммируются. И вот какие у нас призы. Если у нас заказ до 5000, приз первого уровня, до 7,5 приз первого плюс приз второго уровня, 7500 и более, призы всех трех уровней. И вот у нас эти уровни. Девчонки, надо посмотреть, надо повыбирать. В принципе, предложения все очень неплохие. Я бы, конечно, и приз первого уровня вот этот вот взяла, хотя маска мне охлаждающая не очень понравилась, вот эта, да, она не сильно охлаждает, но она неплохо тонизирует. А вот эту линейку Nutra Effect я вообще обожаю, поэтому я бы вот такой вот даже взяла себе подарочек, да. Хорошо, что здесь они у нас все по кодам, а не сюрприз, как всегда, да, потому что вот этому подарку я бы расстроилась. Мне не нравится средство для волос Avon. Призы второго уровня. Не знаю, я бы здесь выбрала либо Encanto, либо Imari и спа-маску для лица ночную. Потому что вот эта линейка для жирной кожи, Farway мне не нравится, Viva La Vida тоже, это мужская линейка. И смотрите, призы последнего уровня тоже классные, классные на самом деле. Прям вот неплохие. У меня вот такая вот сплэш-масочка есть, она интересная, она дает такое внутреннее сияние лицу, небольшую упругость. Нравится пользоваться как тонер, да? Так что будем выбирать призы, отталкиваясь от своей суммы заказа в третьем каталоге. Брошюра сейл. Ну, я не знаю, здесь я особых тоже, девчонки, не увидела. Распродаж. Можно покопаться, конечно, в одежде, посмотреть что-то для себя, повыбирать. А так сильных скидок прям нет. На вот эту сумочку, кстати, видела обзор, очень миленькая на лето, за 500 рублей. Ну, девчонки, можно подобную за 300 найти на самом деле. Бижутерия. Бижутерия, большое количество бижутерии. И все. Вот такой вот набор полотенчиков маленьких, да, 30 на 30. Две штучки за 250 рублей. Но они новогодние, поэтому, наверное, уже и в распродаже. Ну и переходим к самому каталогу. Что же он нам приготовил? Что же у нас здесь интересного? Новинка Her Story, ее история. То есть ощути аромат, смотрите, прям у нас здесь на страничках под... как сказать, под такой вот пленочкой. То есть мы можем ее открыть и ощутить. Девчонки, мне аромат не понравился. Многим девочкам, знаю, понравился. Ирина Биби Брайн классно, кстати, его описывает, очень интересно, прям такую жизненную историю, действительно, после того, как она для меня его раскрыла, можно на него посмотреть другими глазами. Сейчас он во втором каталоге за 300 с чем-то, почти за 400 рублей, да, здесь будет за 750. Ну, на любителя, скажем так, аромат, на любителя, кому-то понравился, кому-то нет. Вот у нас как раз... не знаю, не лимитки будут, или эта серия специально выпущенная, скорее всего, к вот этой водичке, а помадки «Матовое превосходство». У меня девочки в видео спрашивали, какая у меня на губах. Бархатный нюд, девчонки, вот она. Бархатный нюд, код ее 132-87-08. Я вам сейчас покажу. Вот как выглядит эта помада, именно бархатный нюд. Я писала пост на нее в Инстаграм со сводчами подробными. Можете пройти, ссылочка на Инстаграм всегда под видео, посмотреть. Это плотное покрытие, матовый финиш, очень мягкая, комфортная на губах помадка. Мне она понравилась. Прям по всем аспектам. Это освежающий нюд, который не уходит ни в рыжий, ни в розовый, ни в сиреневый. Как бы он слегка, может быть, знаете, с коралловым подтоном, но прям вот слегка-слегка, поэтому на губах он смотрится довольно освежающе. Очень понравилась эта помада. Сейчас прям лежит у меня в косметичке, и можно сказать, что пользуюсь только ей. Сейчас поближе сфокусируемся. Вот, девчонки, вот как выглядит сводчик. Так что помадка очень нравится, прям вот рекомендую. Она была у нас по хорошей цене, за 180 с чем-то рублей, но и 250 рублей я за нее бы, если честно, отдала.
Вот такой вот лимитированный, наверное, тоже выпуск. Не знаю, ли нам оставят. Цветок лотоса, пена для ванны. Классный, классный. Мне очень понравилось. Быстро закончилось. Вообще потрясающе. Здесь вообще очень хорошие цены. Шампуни, крема, гели для душа от Сенса с драгоценные масла. Знаю, многим нравится этот аромат, да, по 89 рублей. Меня, в принципе, больше ничего не заинтересовало. Вот это, кстати, маска увлажняющая Avon Kea с авокадо, да, будет стоить у нас 99 рублей. Понравилось, девчонки, вы знаете, несмотря на шипровый аромат, такой ярко выраженный, она действительно придает коже лица упругость. Поэтому могу порекомендовать, могу смело. Тоже на нее пост писала в Инстаграм. Смотрите, любой аромат по шок-цене, любой даже набор. У нас здесь будет туалетная водичка и лосьоны для рук. А у мужчин шампуни, да, гель для душа. За 499 рублей очень выгодное предложение для тех, кто любит эти ароматы. Прям да, мне ни один из них не нравится, поэтому я пропускаю. Также в третьем каталоге у нас будет приз-сюрприз за 50 рублей. Мы покупаем на 1000 рублей с определенных страниц, с 1 по 57. Слава богу, здесь не разброс, не придется листать весь каталог долго. И в четвертом каталоге мы заказываем приз-сюрприз за 50 рублей. Вот какие призы-сюрпризы. Не знаю, что попадется, девчонки. Будем надеяться, что все будет нормально. Приятно, приятно, что компания о нас заботится, думает и так далее. Интересная акция к 8 марта. Купи два любых аромата со страниц 16-19. То есть в этой акции у нас участвуют оба Черриша. В этой акции у нас участвуют Ив Элеганс, Ив Эллюрин, Ив Конфиденс, Ив Тру. В общем, весь Ив практически и Черриш. То есть мы покупаем два любых аромата и получаем третий, наверное, на выбор, я так подозреваю, в подарок. Девчонки, у меня знакомая заказала эссенцию, поэтому я буду ее брать. Приз-сюрприз уже как бы у меня будет. Я ей обязательно его подарю. К 8 марта интересные наборчики, но цена, мне кажется, зашкаливает. Вот 749 рублей за Incandescence большой, он бывает за 499. Это мой любимый аромат, но за такую цену я, девчонки, его брать не буду. В подарочной упаковке у нас парфюмированная вода с шариковым аппликатором 9 мл и лосьон для рук. Я подумаю, может, возьму этот подарочный набор маме, потому что она у меня тоже в восторге, в диком от этого аромата. Pure Blanco. Да, здесь уже цены подешевле. Здесь уже поинтереснее. Petit, но Petit, мне кажется, поклонников у него очень мало. Набор люксовая тушь и помада люксовая по классной, кстати, цене 449 рублей. Я подумаю насчет этой акции, потому что все практически девочки в один голос хвалят эту помадку. Она мега питательная, увлажняющая, на зиму самое то. Еще один набор, это карандаш для губ и помада ультра. Мне, девчонки, ультра не очень понравилась. Она, в принципе, хорошая, оттенки хорошие, на губах смотрится здорово, освежающе, все в ней хорошо, но она не стойкая. Я сейчас люблю стойкие продукты, нет времени постоянно подкрашивать губы, поэтому я этим предложением воспользоваться не буду. Карандашик для глаз у нас диамант, мой любимый, плюс матовое превосходство металлик. Вот тут можно подумать, за 320 рублей классное предложение. И матовое превосходство тоже хвалят все. Хорошее, хорошее предложение. И вот еще подарочные наборчики. В подарочной вот такой красивой, да, с цветочками упаковки. Здесь у нас туши ультра и помадка матовое превосходство. Слушайте, классно. Но она только в красном оттенке, да, только в красном. А здесь у нас тушь и маскирующий карандаш. У меня, кстати, есть такой неплохой маскирующий карандаш. Пока придраться не к чему. Румяна, шарики или... Кисть для румян за 299 рублей. Нормальная цена для румян шариков. У меня они вот в таком оттенке, в трехцветном. Я люблю их, девчонки. Иногда мне, правда, не хватает пигментации. И я эти шарики руками прям раздавлю несколько штучек и пользуюсь. Интересно, вот такие наборчики от Inyou. Смотрите, за 599 рублей набор малышек по 15 мл. Здесь их сколько? У нас раз, два, три, четыре. Четыре даже малышки по 599 рублей. Попробовать можно взять, познакомиться с продуктом. Encanto в подарочной упаковке 649. И здесь у нас лосьон для тела и получается крем для рук и спрей для тела. 649 рублей. Ну, не особо выгодно, честно говоря, не особо. Арктическая брусника, спа-уход у нас без скидочек здесь. Набор роскошное обновление, возможно, буду брать. Я обожаю вот эту маску-пленку, она мне очень нравится. Действительно, вижу от нее эффект. И здесь у нас маска-пленка и маска-гель для кожи вокруг глаз за 200 рублей. Классно, классное предложение, возможно, им воспользуюсь. Еще не пробовала райское увлажнение. Здесь у нас скраб для тела и крем-суфле. Вообще, каталог мне безумно понравился, на самом деле. Здесь есть из чего выбрать. Так... Это праздничный дизайн с розовой водой и маслом ши у нас. Avon Kea. Ландыш.
набор 219 рублей на подарок. Классно. Жидкое мыло, твердое мыло и гель для душа. Супер. Новинка, которая у нас была в прошлом каталоге, по-моему, по фокусу или аутлету, да, 299 рублей будет стоить эта тушь. Пока, в принципе, ни одного плохого отзыва на нее не слышала. Но я, девчонки, не очень люблю такую кисточку, мне ближе силиконовые. Поэтому, не знаю, подумаю, брать, не брать. Все-таки новиночек каких-то хочется взять на обзор. Масло для губ у нас будет по 149 рублей, если мы купим любой продукт со страницы 62-69. Но масло для губ я и в этом втором каталоге, по-моему, взяла, ну, не сильно дорого, под 200 рублей что-то. Вот. Смотрела обзоры на этот тональный крем. Многие девчонки говорили, что он рыжит. 24 часа стойкости. Многие оттенки говорили, что в бутылочке окисляется, поэтому как-то брать, рисковать не хочется. Компактная крем-пудра для лица. И матирующая крем-пудра для лица, она у меня есть. И, в принципе, рука к ней тянется, использовать хочется. Она действительно матирует. Я постараюсь найти видео, где я делала на нее подробный обзор. Посмотрите, какой у меня оттенок и как она ложится, как смотрится. Я ее прям наносила. Снова у нас по распродаже по желтым ценникам будут средства для бровей, карандаш для глаз, тени, пудра, с щеточкой карандаш и пинцетик теперь уже. Я давно, девчонки, смотрю на подводку для бровей от Марка. Хочу себе взять вот такую темную, потому что сейчас волосы темные. Видела на нее обзоры, и, в принципе, мне кажется, это довольно удобный продукт за 215 рублей, и хватать будет надолго. Некоторых девочек, правда, быстро засыхает, но можно капнуть мицеллярочки или что-то подобное. Хорошее предложение на помады люкс и блеск для губ, да, за 269 рублей мы можем взять любой оттенок, если купим товар с определенных страниц, да. Это у нас сияющая помадка, сияние роскоши и увлажняющий блеск. Хорошая цена очень для этой линейки. Бальзамчики жалко у нас без скидки. Я бы себе еще в запас взяла. Мне они тоже безумно нравятся. Хорошо питают губки. Вот такие малышки для знакомства у нас будут по 189 рублей. Здесь у нас 10 мл, если я не ошибаюсь. Да, 10 мл. И они в формате спрея. Я когда только знакомилась с Avon, брала ароматы именно вот в таких форматах, потому что это довольно удобно. Тканевые маски для лица от Planet Spa у нас будут по 79 рублей. Хорошая на них цена, они далеко не всегда бывают так дешево. Новиночка для кожи вокруг глаз, 480 рублей. Она у нас, по-моему, от темных кругов, да, под глазами. У меня их нет, поэтому, девчонки, на пробу не беру. Хорошие скидки в линейке Nutra Effect. Здесь специальная цена при покупке двух продуктов и более. Я, девчонки, обязательно буду брать вот эту пенку. 159 рублей она будет стоить. К сожалению, нет тоника с пудрой, да. Сказали, по-моему, она только в четвертом или в пятом будет в каталоге. Очень жалко. И подумаю, что взять еще второе. Мицеллярка, потому что у меня это есть огромная, да, 400 мл. Мой любимый освежающий мицеллярный скраб для лица тоже еще много. Вот, возможно, возьму новиночку 3 в одном, попробую, чтобы у нас сыграла скидочка. Классная акция на линейку Клеоскин. У нас любое средство с этой страницы будет по 129 рублей. Супер. У меня вот нет такого с глиной. У меня нет очищающего средства. Маски-то и нет. У меня из этой линейки пока черные масочки. Они мне очень нравятся. Если честно, девчонки, они чудес, конечно, не делают. Отпор вас не избавят. Но матируют кожу, как бы слегка подсушивают. То есть подойдут больше либо для подростковой, либо для жирной комбинированной кожи. Немножечко они их стягивают. Но лицо очищенное. Действительно очищенное после этих средств, поэтому есть смысл попробовать. В каталогах появляются уже продукты для здоровья, продукты для тела, да, скакалка, то есть приводим свое тело в форму к лету. Скакалка 600 рублей, ну, мне кажется, они загнули. Хотя смотрите, из какого она интересного материала. Полипропилен и ПВХ, да? То есть она у нас не резиновая, не тряпочная. Подушечка очень интересная за 1000 рублей, да, многофункциональная. Можно и спать на ней, и при упражнениях подкладывать, да, и под поясницу. Браслетик очень интересный, новинка, посеребряный, всего 350 рублей, да, это акция «Миссия против рака груди Avon», и браслетик, девчонки, очень симпатичный, вот прям подумаю, действительно подумаю и, может быть, возьму. Любой крем для рук по шок-цене 89 рублей. Тоже посмотрю, брать, не брать, здесь 30 мл, это малышки, но пока слышала тоже только положительные отзывы. Маски по 99 рублей. Сейчас расскажу, что пробовала и что стоит взять. Не пробовала, кстати, мерцающую маску-пленку. Сияющее золото буду брать. Арктическую бруснику не пробовала, возьму. Глубокое очищение брала. Нормальное, нормальное, но не вау. Так, секреты Бразилии брала. Гелевая маска, тяжело смывается. Но слегка тоже подтягивает лицо. Очень похож по эффекту на вот эту вот тонизирующую. Они прям вот очень похожи.
Так, разглаживающую маску пленку с водорослями брала, эффекта вау нет. Не скажу, что разглядывает, но у нее прям такой натуральный запах водорослей. Ну, мне больше понравилась черная гораздо, вот, чем с водорослями. Так, и питательная маска с деревом шри тоже не было, скорее всего, тоже возьму. Хочу все маски Avon оценить и уже по достоинству и выбрать для себя любимчиков. По 299 рублей у нас будет краска для волос. Я, девчонки, не знаю, какую буду брать, пока Faberlic или эту. Если и буду брать, я хочу темный пепельный оттенков, а здесь, по-моему, таких нет. 4.1 мне очень нравится, ну или 5.1. Здесь вообще таких нету, к сожалению. Есть сине-черный, темно-каштановый, темно-коричневый. Ну, если только 4.0. Подумаю, девчонки. Потому что, конечно, по качеству мне больше нравится краска Avon, а по оттенкам краска Faberlic. Новинка у нас, кстати, будет гель для пена для ванны, да? Цветущая сакура. У меня пены кончились, поэтому, может быть, буду брать. Новинки прошлого каталога классные, советую, девчонки, с 99 рублей, пена для ванны. У меня прям очень быстро ушла цветок лотоса, возможно, теперь возьму вот эту, черная орхидея и малина, и попробую. Загнули цену на бомбочки для ванн, уже они 449 рублей, это за 3 бомбочки, это очень дорого, они гораздо дешевле стоят. Снова у нас из линейки Love Winter Senses, да, любовь к цвету. Гели почему-то нарисованы как кремовые. Они на самом деле, он у меня есть такой, они на самом деле гелевые, прозрачные. Снова опечатка, каталог исправлять не стали, ну и ладно, как бы бог с ним, но вы имейте в виду, а то будете вот с целью именно хотите кремовые, они на самом деле и не кремовые. Спрей такие, девчонки, больше не беру, потому что одна спиртяга, нет никакого желания. Хотела спросить у девчонки, у вас вот эта вот линейка Naturals, да, есть ли смысл брать шампуни, потому что я попробовала профессиональную, да, как она у нас там называется, вот эту вот Advanced Technic, у меня от нее чешется голова. Есть ли смысл пробовать вот эту линейку или тоже, девчонки, от нее зуд? Если пробовали, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такие наборчики подарочные с мылом и дейзиком. Здесь у нас объем, так, объем геля для душа какой? 500 миллилитров. Ну, не очень выгодно, скажу я вам так. Не очень. Морская лагуна, жидкое мыло, твердое мыло, гель для душа. Тоже как бы я выгоды никакой не вижу. Хотелось бы, конечно, потестить с медом вот этот сладкий удовольствие гель для душа, но в купе с увлажняющим, с лосьоном для тела я его брать не хочу. Пена для ванн, роскошные цветы и крем-гель для душа за 209 рублей. Ну, вот тут да. Маленький гель для душа 250, пена для ванн 500. Здесь, в принципе, можно попробовать. Вот этот набор тоже очень интересный. Но мне не нравится вот этот драгоценный масла гель для душа. Он напоминает мне освежитель в машине, от которого меня укачивает. Но зато здесь есть спрей для тела Aroma Spa и крем для рук Aroma Spa. Класс. В конце у нас детская линеечка Frozen. Она мне очень нравится. Я много чего брала дочери. Любой парфюмированный спрей для тела. Нет, лосьон за 169 рублей. Может быть, возьму свой любимый голубой, девчонки, потому что он мне очень нравится. Фиолетовый у нас еще здесь представлен. Старого розового нет, есть новый розовый. Классный аромат, мне тоже он понравился. Я в прошлом заказике вам показывала его, вместе с вами тестировали. Оставлю ссылочку под видео на прошлый заказ, можете пройти посмотреть. Но за новинки Encanto у нас дают баллы, да? Не знаю, зачем они нужны, правда? Вот. Ну и все. Будет набор за 399 рублей у нас в этом каталоге. Здесь лосьон, спрей для тела даром не нужен. Очищение, увлажнение, крем-гель для душа хороший. Увлажняющий крем для рук, ну не знаю, не пробовала. Средства для женской интимной гигиены боюсь брать от Avon, потому что аллергии и духи, вот эти вот туалетная вода тоже не нужны. Поэтому... Ну, не знаю. Может быть, есть смысл, но мне не очень хочется заказывать этот набор. Вот и все, мои хорошие. Вот такой обзор у нас сегодня с вами получился. Надеюсь, что была вам полезна. И если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.